В принципе, я думал сначала на мыло собрать. Ну что-то я так подумал, учить никого не собираюсь. Вот, там же все-таки алюминий. Она кисается. Решил я собрать на мазуту. Вот намазал борт. Мы сейчас будем пробовать. В прошлый раз у меня прямо оно защелкнулось само собой. Делаю, конечно. Все. Резина, видите, одета. 2 минуты. Все шикарно. Ну, сейчас вот режу стяжки. Вот, вот эти стяжечки. Опа. Так, ты и так оно будет сейчас. Все. Кто столкнулся с этим в первый раз, смотрите интернет. С вами были хроники шиномонтажа. Как говорится, ни гвоздя вам не жезла, ребята. С наступлением открытия сезона самокатов. Осталось поставить и прокатиться. Все.